31 октября на региональном складе прошел завершающий этап подготовки гуманитарного груза перед отправкой. Всего было собрано порядка 2,5 тонн груза, который уже сегодня отправится в точку назначения. Подспорье для нуждающих собирал не только Казанский университет, но и вся Казань. Вчера вернулся с Лисичанска, куда мы отправили больше 120 тонн гуманитарной помощи. И поэтому как бы здесь эта работа происходит на системной основе. И практически каждую неделю наша республика направляет гуманитарную помощь, будь то в Лисичанск, который является подшефным для нашей республики, или на другие, а уже теперь как бы наши территории. Напомним, что 26 октября Казанский федеральный университет уже отправил собранную часть на склад. Студенты из всех институтов принимали активное участие в сборе средств для Мариупольского университета. Начало акции было инициировано Елабужским институтом КФУ и поддержано ректором университета Ленаром Сафиным. Он предложил присоединиться к акции всех неравнодушных сотрудников Казанского университета. Помимо уже отправленного груза, Казанский университет ведет тесное сотрудничество с Мариупольским университетом. Сюда входит и обмен опытом, и образовательная смена для студентов. Детей из 5 городов ДНР в лагере «Буревестник». Я решил участвовать в эту акцию, потому что я считаю, что это добрые дела, потому что много людей из Донбасса, им помощь нужна, они там живут нехорошо, у них даже дома нет, и еды тоже нет. А мы как одна страна, один народ, как большая одна семья, и надо им помочь. Отметим, что это не последний груз, который будет отправляться на освобожденные территории. Аделина Абдрахманова, Универньюз.